То есть мы о чем будем сегодня говорить? Мы будем говорить сегодня о конкуренции. Потому что здесь очень много торговцев кафелем, да? Но после того, как вы посмотрите этот сюжет, вы поймете, с кем необходимо работать. Кто вам дает кафель по лучшей цене. И с кем вы не будете старать вообще и абсолютно. По одной простой причине, они с этим кафелем работают достаточно долго. И вам понять надо, с кем вы будете работать, после того, как вы посмотрите этот сюжет. Первостепенно. Место, где есть все. Все. Да, здесь. Первый этаж торгового центра «Дом». Просто чуть дальше и внутрь, и не ошибетесь. Сейчас я вам кое-что объясню, а вы поймете, да? И у меня тоже были 2 евроремонта. Но у моего друга уже 3 евроремонт. То есть, я когда ремонт свой начал, потому что у меня сын родился, представляете? Мне это, в принципе, было фиолетово. Я мог и в старом жить, мне было вообще хорошо. Но когда супруга сказала, мне нужен евроремонт, то, извините, пришлось выложиться. Хотелось продать и уехать куда-то. Ну и уж не получилось. И благодаря этому городу я здесь еще живу, по сути событий. Вы должны и понять, внезапно, и посмотреть внимательно интернет, естественно. Что такое евроремонт? Вот я вам сейчас расскажу, а вы и поймете. То есть, понимаете, да, ребенок родился, надо было сделать за 3 месяца. А не получилось. Хотя, по сути событий, я тоже искал. Один человек ко мне пришел и сказал, я буду крутым таким человеком, сделаю это все красиво. Во-первых, он спер мне инструмент, ладно. Во-вторых, он ничего не сделал, это 2. А в-третьих, он ухомыздовал мою... у меня такая очень большая была такая ванна, здоровенная просто, с гидромусором, с этими делами. Мне пришлось самому что-то переделать в оконцовке событий. Кошмар, ну реальный кошмар. Дальнейший вариант. То есть я думал, за 3 месяца это сделано, ушло полгода, да, то есть, ну, понятно было. Почему у меня люди спились? Сейчас я вам расскажу, вы поймете. То есть у вас хотел попросить, чтобы мне дали эту самую газетку, то есть из рук в руки, без разницы. То есть там очень много всяких материалов. Кто чего делает, качественно. Я говорю, это не есть качественное делание, поверьте мне. Потому что лучше взять специалиста. Вот специалисты мозаики вам это дело объясняют. То есть у них есть специалисты, которые занимаются кафелем, поверьте мне. То есть мы вам сейчас вовнутрь зайдем, я кое-что объясню. Так вот, 15 человек у меня спилось, потому что я никому не давал своровать. То есть вы читаете, вы вызываете себе человека, он прекрасно понимает, что он вас наколет. Поэтому там столько людей, качественных людей очень мало. А специалисты от фирмы «Мозаика» вам дают весьма качественный вариант укладки вашего линолеума. Ой, не линолеума, а кафеля, к столу, а линолеум, где когда-нибудь тоже все это дело будет. Потому что это то, что дает вам возможность жить качественно. Так вот, как правило, жена вас терроризирует. Давайте ремонт. Для жены объясню. Нормальный ремонт – это половина стоимости квартиры. Все нормально? В доме столько же, сколько стоит и ваша коробка. То есть коробка 3,5 ляма, вот столько же вы туда и вбухаете. То есть думайте, господа, думайте. Оно, конечно, хорошо, когда куры денег не клюют, но по сути, включаем то, что на голове, и думаем, как все удешевить. Причем сегодня можно, используя отечество или Китай, по цене загнуть, да и по качеству Испанию, и это реально. Сейчас я малость объясню. Здесь не только, естественно, кафель, здесь еще и то, что в ванную комнату ставится, в туалет, в унитаз, это тоже есть, и еще дальше будет, естественно. Но когда мы говорим о вашем кафеле, здесь, по сути события, кафель – это одно из подразделений. Есть такая еще штука, очень замечательная – керамогранит. Вот. Разных сортов, не буду даже приподнимать, потому что, ну, понятно, да, что она не самая легкая, по сути событий. Но давайте определимся, что такое керамогранит. По сути событий, тот же кафель, только в него добавляют гранитную смесь. То есть он в разы прочнее, чем кафель. Поэтому и такие площадочки большие, понятно? Именно поэтому такие большие площади. Есть еще и больше площади. Есть даже прямо перед вами, прямо перед за моей камерой я покажу, что здесь есть лестница из керамогранита. Представляете? То есть, ну хорошо, тема клевая. Теперь вопрос о цене. То есть вы не беседуете со мной, потому что да, здесь есть и для вот таких перцев. Никаких проблем. Но как мы говорим, что в принципе здесь все работает для вас, уважаемые наши магнитогорцы и гости города, а также все те, кто может быть рядышком с Магнитогорском и находится. Потому что торговый центр, дом, магазин «Мозаика», в смысле 23-й павильон, приезжайте сюда.
и берите себе то, что доктор вам прописал. То бишь, я просто объясняю ситуацию. Да, допустим, мы берем кухню 9 квадратных метров. Это стандартная кухня, она везде есть. Положим вниз туда на пол либо кафель, либо керамогранит. И сделаем по пересечению, где у вас кухня стоит, то же самое, отбойник из кафеля, естественно. Общая цена вопроса вместе с работами, вместе с вот этой штукой, это 20 тысяч рублей и выше. Ну, это если вы там крутые, там 5-10, навороченные, если у вас там не кухня 9 квадратов, а 40 квадратов есть. Такие товарищи, представляете, 40 квадратных метров кухня. Ну ладно, может такое и быть. То бишь, теперь говорим о цене. То есть эта цена, в принципе, достаточно доступная для всех. То есть два человека, если есть, если парень, который работает на комбинате, если женщина, которая работает, ну, где-то в городской сфере, то общий уровень доходов от 80 тысяч и выше, естественно. Другого варианта нет. То есть, ну, я еще не видел людей на комбинате, которые получали бы меньше 40 тысяч. Нет. Там уже все больше, в действительности. Ну, и, естественно, если женщина получает 30 тысяч, 30-20 тысяч тоже, в принципе, неплохо. Ну, вот я вам и сказал уже про самую сумму. То есть 80 тысяч. Из них 20 тысяч вы берете и потихонечку, первостепенно, когда вы покупаете дом, квартиру и все остальное. Ну, такое случилось. Да, вы залезли в ипотеку, больше вы не хотите, по сути, событий, но хотите, чтобы это было быстро и красиво. Приезжайте сюда, в магазин «Мозаику». Вам все это дело изумительно подбирают, вам человек отправляет. Вы все это делаете, 20 тысяч. И уже туалет готов. Туалет готов, где вы можете помыться. Почему я вам сейчас говорю, что не надо торопить события? Поверьте мне, даже если вы будете торопить события, вы возьмете себе бешеное количество денег, вы потратите, ну, я знаю, этих лошад, которые думают, что вы пришли к ним, и так, сейчас мы у вас где-то 1000 на 20, на 30 по деньгам, это на вещицы, хвозданем, а общее событие, то есть, если вы миллион туда влупили, то есть 200 тысяч они себе в карманчик так, хо-хо-хо, распинают, что оно бьется, все событие, ну, ха-ха. Не надо, ребята, об этом. Вы пришли сюда, заказали, вам сделали, вообще никаких проблем. Да, делают не сильно быстро, но качественно, еще раз вам говорю. Первоначально сделали, ну, туалет, естественно, ванну там, все остальное. Потом уже не спеша сделали кухню. Потом уже не спеша сделали прихожую. 3 месяца у вас все красиво делают. Красиво? Во, даже супер. То есть быстрый и скорый ремонт. Не для 97% россиян. Как-то так. Для оставшихся трех место тоже. Мозаика, павильон номер 23. Так вот, что делать? Либо вы не продаваете свою квартиру, просто купив в ипотеку на 2 года, и это бесплатно практически, а за это делается ремонт, а после этого вы свою квартиру и продаете. И в путь, если денег много. Тема сейчас другая. Допустим, если вы взяли себе квартиру и видите, что там хороший, грамотный, изумительный пол, зачем его ломать, то... По сути, сворачиваем отопление, делается грамотная подстилка, и ваш пол-то теплый, из керамогранита, естественно. И все вам это предлагает Мозаика, она умеет это делать, и человеки-то хорошие есть. Ой. О. Итак, почему я сел на пол? Вообще-то это керамогранит. Вообще-то вы думаете, что на полу не тепло, что ли? Ну, здрасте. Если вы поставили себе теплый пол, то, в принципе, батареи вам, по сути, не нужны. Вас пол будет греть. А когда на полу керамогранит или кафель, а почему бы и нет? Кто о цене вопроса? Допустим, мы прямо находимся рядышком с большими плитами керамогранита. То есть давайте определимся. По цене, да? Ну, я вам сразу объясню. То есть, понимаете, есть такая штука под названием Китай. Если какая-нибудь козявка мне будет говорить, что в Китае все плохо, я скажу, с какого нафиг перепуга в Китае все плохо? Я просто там был, и я понимаю, о чем речь идет. То есть, если, допустим, мы будем говорить о Испании, и эта цена вопроса, допустим, 3,5, там, 3,360, это Польша, допустим, да, тоже прикольная штука, то мы будем говорить о замечательном черный керамогранит из Китая, который, по сути, событий выше нашего прыгает всего на 100 рублей. Ну так вот, успокоились, да? Слава богу. В ремонте главное не ссориться. То есть зайдем в Мозаику, заключим договор, внесем деньги. И вот теперь хочу круто и недорого, да легко, чуть позже объясню. Но бывает такое, хочется навернуть. И вот для вас есть такая штука, как Мозаика. Крутите, супер.
Всяких разных плюх много. Давайте все-таки определимся. То бишь, по сути событий, да? То бишь, евроремонт уже закончился. Ну, в смысле, как закончится? Поверьте мне, вы сейчас ничего не будете покупать, то, что сделано за... Хотя можете что-то купить, которое сделано за рубежом. Никаких проблем, здесь все есть. Я же говорю, для всех. То есть, по сути событий, вы можете купить себе дешево, но сделать настолько круто, что никто и не поймет, что это не евроремонт. А, замечательно. Фу. Целиком можно все сделать красиво. И по цене не сильно дорого, естественно. То бишь, теперь мы о чем говорим? Вот об этой замечательной мозаике, да? То есть, это называется отбойники. То есть, разные цвета капель выбираете, да, низ одним цветом, вверх другим, и что-то вот где-то что-то не попадаете, да, ну нету такого желания сделать небольшой такой перерывчик, да, хочется уж побольше и покрасивее. Сколько этой мозаики? Очень-очень реально много. Вот, и если, конечно, все это дело у вас случится, и мы, естественно, следующий материал и покажем, что это как красиво сделано, просто супер-супер реально, еще и ценники тут будут, стоп-цена, ну, да. К слову о том, как эта мозаика укладывается. А вам сейчас будет прикольно. Вот посмотрите, я себе взял мозаику. Видите? Это мозаика. Это настоящая мозаика. У нее основа вот такая. То есть они приклеены, я не знаю, чем там сделано, но они не отпадают естественно. То бишь, если у вас что-то там, допустим, чем сейчас? Мы сейчас можем вот так сделать. Представляете, да? Положить все это мозаика, и будет все супер смотреться. Вы хотите ассортимента? Стоять, стоять. Я вам просто объясню. Это все для вас. Уж поверьте мне. То есть я считаю, что правильный и грамотный ремонт и для всех, и это мозаика. По сути и по вашим мозгам, и за дешево, и за недорого вы можете, мягко говоря, удивить женщину, виды видавшую. А мужчине-то просто, жена радуется, и это его правило на 5-7 лет крутизна. Дальше придется объяснять, что и так сойдет. Сейчас я ничего не буду говорить про ассортимент, потому что... Ну вы сюда приедете и поймете, что такое ассортимент. Обалденный! Теперь мы будем говорить, если просто вот сейчас вы сюда придете, грубо говоря, человек, наверное, 500, а может быть и больше, может даже 1000 человек, то есть вот... Все, что здесь есть, это все абсолютно разные ассортименты. Понимаете? 1000 человек сюда приходит, и у каждой 1000 человек ничего не будет абсолютно одинакового. Представляете? Это круто, это реально круто. Просто супер. Вот. Теперь маленький вопрос в связи с тем, что... Хотя вы сюда придете, да? Берите уже здешнего специалиста. Потому что центр мозаики вам говорит, но если вдруг внезапно какие-то проблемы возникли, да? То есть, вот берем вот это. Ну, красотища неимоверно. Тут много таких вещей, реально много. И человек начал укладывать ваш кафель. И вдруг, внезапно оказалось, что центр он распил. Что вы будете делать? Ну, что вы будете делать? Это по новости перекладывать? Не, ну, в другом центре, пожалуйста. В других местах, там, много по городу, там, везде как-нибудь. В этом смысле вы приходите сюда, показываете тот самый фрагмент, который ваш дебилопоид кончал. Вам, естественно, его привезут. Здесь вообще никаких проблем с этим. Там надо будет целиком все покупать. Просто одну штуку поменяли и все. Мало того, допустим, что-то случилось. Ну, это красоту вы сделали, изумительно, все супер, да? И вдруг внезапно откуда-то оказалось, что ну, чуть-чуть кафель вы немножко его перебрали. Куда девать? Ни на склад, ни в гараж. Сюда принесите. Вам его просто реально купят и выберут вам денежки. Это тоже хорошая тема. Потому что грамотный ремонт, он и как говорит. То есть, вот когда я сделал свой ремонт, я чуть-чуть перебирал, естественно. Но в итоге все равно получилось, что пришлось добирать. Но не сильно много. То есть, не сильно много я добирал. А кое-что мне пришлось бы отдать. Но а никто и не принимал. То есть, знал бы я, чтобы это было бы здесь, конечно, бы сюда и обратился. Потому что берут то, что у вас не получилось. Берут, доставляют, и остальной человек такой же довольный становится. Потому что это круто. Это круто, это для вас, уважаемые магнитогорцы и гости города. Куда прийти?
Салон «Мозаика», 23-й павильон, торговый центр «Дом». Ах, блин, такое случилось. Ну, такое случилось, да? Хотелось бы сделать. Там чуть-чуть не достает. То есть, ну, грубо говоря, мы сориентировались, да, 23 тысячи. Посмотрели красиво. Посмотрели еще вкуснее. И, ну, не хватает там 5, 7, 8 тысяч рублей. Что делать? Бежать за кредитом? Ребята, кредиты это хватит. То есть россияне не живут в кредит, россияне живут правильным образом. Договорились здесь есть рассрочка. Представляете, рассрочка платежа, и вам все это дело сделали. Ну, потом спокойненько рассчитались, никаких проблем нет. Мало того, ну, вдруг внезапно, то есть я примерно представляю, что я хочу. Мозг отсюда выдернули, но не полностью, поверьте мне, я еще знаю, как это делать. А если что-то не получается, ну, вы хотите круто, круто, современно, супер. Обращайтесь к местным специалистам. Они все делают очень хорошо и качественно. Только после того, как вы заключили договор. Заплатили деньги тогда и тогда. Вау. Это будет изумительно. Изумительно и качественно. И куда мы сюда пришли? Мы пришли в павильон «Мозаика». 23-й павильон торгового центра «Дом». То есть теперь будем реалистами. Идеально можно сделать и недорого. Рассрочка здесь. Суперпроект предлагается сразу после покупки. Здесь же, естественно. Кое-что не пригодилось. Возврат. Что нужно еще, а? Понять место, где все это для вас. Так вот, торговый центр «Дом». Первый этаж, 23-й павильон. Не маленький. Я вам честно говорю, и это «Мозаика». Это уже в оконцовке. То есть, ну, кто бы знал. Да я бы так бы и себе и сделал. По одной простой причине. Сколько раз я локти на себе кусал. Пригласил одного человека, пригласил второго. Не было того человека, кто бы делал работу качественно. Хотя один человек был, но это было достаточно давно, это еще было в первой квартире. Второй квартире я сделал немножко по-другому. То есть часть кафеля я убрал, естественно. Но лучший кафель из Испании я оставил. То есть в моей квартире испанский кафель. Но кто бы знал, что такая штука сейчас есть, я бы обратился только сюда. По одной простой причине. Можно было бы сделать все еще и вкуснее, потому что здесь знают толк в укладке вашего кафеля, как и в сопровождении вас, когда вы придете за новой продукцией.